Уважаемые коллеги, у нас сегодня не самая простая ситуация с изоляцией. Два зубика, один из которых зуб номер 16, второй зуб номер 14, ротированный ввиду частичной вторичной адентии и отломившийся недавно вот до такого состояния. Значит, из анамнеза о состоянии корня зуба номер 14 известно, что он был лечен ранее мною с применением кофердама, и мы видим, что там не вскрывшаяся светокомпозитная реставрация, закрывающая корни. Мы сейчас это дело еще раз все почистим, всю поверхность уберем, поддесневой кариес. Жалоб особо никаких нет клинических, кроме дискомфорта и отломившегося кусочка зуба. Изоляция проведена при помощи платка Sanctuary Medium. Якорный кламп W3, рабочий кламп B4, как вы это видите. Из особенностей, после инфильтрационной анестезии с двух сторон, на небной и на вестибулярной стороне, аккуратненько отдавлен десневой сосочек, гипертрофированный за вот несколько дней, с дистальной стороны зуба номер 14 и белым клинышком, зафиксирован при помощи синего временного композитного материала к дужки клампа, и надо здесь быть честными, это получилось только со второго раза. Но это было, в принципе, недолго. Сейчас мы будем заниматься удалением кариеса и созданием нового билдапа, и дальше перейдем к штифтам.